Всем привет! В этом видео продолжаем с вами распаковывать посылки с AliExpress. Я, кстати, уже надела кофточку из прошлого видео. Вот такая вот она крутая. Она мне, конечно, немножко великовата, это видно по плечам, но она очень приятная к телу, и я уверена, что она будет круто смотреться с джинсами с завышенной талией, узкими такими скини-джинсами. Так что я обязательно буду ее носить. И она просто прекрасная. Вы это сами видите. Итак, давайте продолжим. У меня осталось две вот такие вот коробки. Давайте начнем с какой? С маленькой? Давайте с маленькой. Кстати, эти посылки очень быстренько приходят, потому что они приходят доставкой E-Packet. Новая доставка такая, какая-то ускоренная. Там до 15 дней, по-моему. Это у нас опять-таки серебряные украшения от Tarte. Я вам уже показывала украшения от этого бренда. Я с радостью ношу эти украшения. Они никак плохо не влияют на мою кожу. Это самое главное. Смотрится классно, красиво. И давайте посмотрим, что же я во второй раз заказала. Первое, что тут лежит, это салфеточка для очистки серебра с логотипом марки. Карточка. По-моему, тут нас благодарят за покупку. Внутри лежит две черных прекрасных коробочки. Начнем давайте с маленькой. Ага, тут опять-таки лежит шкатулочка, как в тот раз, только поменьше размером. И в тот раз не было вот этой вот картонки, были просто вот такие вот коробочки. Как я смотрю, они улучшают упаковки. Классно, дорого смотрится, очень приятно. И открываем. Давайте вы первые увидите, как и в прошлом видео. Увидели, это выпало. Так, тут у нас лежит колечко, я его вставлю обратно. Вы ничего не видели, ничего не падало. В коробочке лежит тоненькое-тоненькое колечко с надписью Love. Как вы видите, оно тоже регулируется. Что мне нравится у Tarte, то что все кольца, которые у них есть, они все с регулировкой. Так что на любой пальчик они наденутся. Просто супер нежное колечко. Вот так вот нежно смотрится колечко на пальчике. С другой стороны выглядит вот так вот. Ой, мне очень нравится, как оно смотрится. С радостью буду носить. Вот такие вот тоненькие колечки. Это так нежно смотрится. И теперь давайте откроем большую коробочку. Опять-таки картонка внешняя. Ага, и внутри тоже у нас шкатулка. Мне продавец писал то, что это шкатулка из настоящей кожи. Ну, не знаю, насколько можно этому верить. Но смотрится очень пафосно. Так. Куча пакетиков, как я смотрю. Тут у нас лежит куча пакетиков и вот такая шкатулка с местом для браслета. И тут у нас цепочка и разные подвески на этот браслет. Сейчас я его соберу и покажу вам. Цепочка, браслетик, и на нем 7 подвесочек. Тематика этого браслета — путешествие. Тут есть у нас лодка, фотоаппарат, самолет, очки, сланец, паспорт и коктейль с зонтиком и трубочкой. Мне очень нравится то, что можно совершенно на разную длину застегнуть его. У меня запястье достаточно тонкое, поэтому большая часть браслетов, которые не регулируются, у меня спадают с руки или вообще висят вот тут вот где-то. Так что редко их ношу. А тут очень-очень классно, удобно. Только я его застегнула вверх ногами, я, да, другой стороны вешала все значки. Ну да ладно, сниму вам поближе обязательно. Ну, в общем, мне очень нравится. И давайте распакуем последнюю посылочку. Это от Yemango. Тут также, как в прошлый раз, есть вот такая вот пластиковая штучка, чтобы открыть удобнее посылку можно было. Но я все равно открою ее с помощью ножниц. Так удобнее на самом деле. Я это проверила уже в прошлый раз.
Тут опять нас встречает карточка. Карточка с оленем. Тоже, наверное, с благодарностью. О, нифига себе. Она на русском языке. Опять-таки, прекрасные коробочки. Открываем. Тут, конечно же, есть поролончик. Вот такой вот браслетик. Классная пружина, такая плотная прям. Вот. Универсального размера браслетик. Я взяла серебряный цвет. Там, по-моему, 3 цвета есть. Довольно-таки стильный. Классно, мне нравится. Очень нравится. Дальше какая-то другая упаковочка, коробочка идет. Вот так вот она выглядит. И вот так вот открывается. О, смотрите. Какая красота. Это тоже серебряный браслет. Он идет с вот такой вот подушкой даже. Это вообще, можно сказать, эльфийский браслет. Что-то такое мне напоминает. Смотрите, какой классный. Он тоже такой безразмерный. Сейчас, конечно, он на мне болтается, но можно его вот так вот сжать. Металл легко гнется. Вот такая вот красота. Но это, конечно же, под какое-то вечернее платье нужно одевать. Потрясно смотрится. Теперь бы снять его. Очень плотный, но в то же время гибкий. Мне это нравится. Дальше опять как в первый раз коробочка. О, тут классные сережки. Я раньше видела такие, но я не понимала их фишки. Но тут мне понравились они интересностью. Это сережки, такие пусеты, можно сказать. И у них есть шарик и какая-то меньшая часть. И вот этот вот огромный шарик должен быть сзади уха. Тут я нашла вот такой вот интересный вариант. Идет сам шарик, и передняя часть идет просто вот такая вот палочка. Интересно выглядит. Следующая коробочка, предпоследняя. Открываем. О, тут обычный браслетик кожаный. Такой классический, можно сказать. Вот так вот он выглядит. Удобная застежка. И вот так вот он просто смотрится. Совершенно такой обычный. И последняя коробочка. Открываем. Какая классная штука и интересная. Это тоже серьги. Вот такие вот интересные сережки. Я уже даже забыла, когда их выбирала на сайте. Ну, должны они одеваться. Вот так вот. Черные. Интересные. Очень такие экстравагантные. У меня такого никогда не было. Но к какому-то наряду тоже. И на этом все. Все украшения закончились. Тардо, серебряные украшения. И Яманко, аксессуары. Я вам тоже ссылки оставлю и на магазин, и на то, что вам показала внизу. Так что смотрите. Оставляйте мне свои комментарии, что вам из этого видео понравилось больше всего. Будет очень интересно почитать. Мне больше всего понравился браслет с подвесками и колечко, конечно же. Бижутерия у меня меньше востребована, так как я ношу ее именно под какие-то наряды, какие-то образы специальные. А в обычной жизни я ношу серебряные серьги, серебряные кольца, браслетики и так далее. Так что да, на этом все. Спасибо вам большое за внимание. И всем пока!